Сочиняли сказки, делали книги из альбомных листов и веселились. В Одинцовской библиотеке номер один прошла встреча школьников с писателем Кареном Арутюнянцем. Я продемонстрирую, как, оттолкнувшись от одного слова, потом быстренько из этого слова придумать какую-то цепочку других слов, которые... Это там, внутри, в голове у меня будет. Вы тоже сможете это сейчас попробовать с собой. С помощью советов писателей дети с удовольствием придумывали сказки и читали их со сцены. Арина на сцену выйти постеснялась, рассказала сочинение с места. У девочки получилась милая история про ослика. Я сегодня, получается, придумала рассказ про ослика, потому что я знаю, что ослики, они как бы живут на фермах. Их, ну, некоторых осликов держат на фермах, вот. И, получается, первое слово, ну, это ферма, мне оно как бы ассоциировалось, вот, с осликом, и мне, я решила вот такую вот историю, получается, как бы создать. Карен Арутюнянц рассказал, что такие встречи с детьми вдохновляют его на дальнейшее творчество. При этом работы ребят писателю понравились. Он даже попросил разрешения у юных авторов опубликовать некоторые из них. Можно детские истории, это же прекрасно. А потом еще если вставлять, да, в свое произведение, а потом если еще им это и сообщить об этом. Представляете, как они это ценят? Дети, когда взрослые с ними работают не как на равных, а именно на равных, они... Это на всю жизнь остается. После завершения мастер-класса пятиклассники в прекрасном настроении отправились в школу на урок русского языка. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».